ядерным огнем земли покров срывает тяжелый пулемет. Взрывы уже не слышно, лишь биение сердца. Наши перцы рассекают чужие окрестности. Эвакуация в пути, солдаты действуют. Дело чести продержаться до рассвета. Вражеские силуэты двое по центру целься. Покажи, чему учили подрядим от бойца. Атмосфера накаляется под Цельсию. 40 градусов, мне кажется, тут все 200. Медикаменты в целости, мало ли пристрелят местные. Рано нас подняли, не поставив известность. Инженер терпит бедствие, с клеймора месяца. Ящик перепутали, прислали учебные. Нас 5 человек на зачистку жилого сектора. Враги, как черви, ползают с места на место. Снайпер действует, найдет ствол до блеска. Кретин, что ты делаешь, нас могут заметить. Так ты бы еще помыл его мылом и чистящим средством. Зелень лучше помолитесь, если заняться нечем. Близился вечер, кто-то открыл огонь кому-то в плечо, о черт. Встречаем бой, отряд всем на позиции. Хлопки затихли над телами черные птицы. Блики прицелов, позиция под плотным огнем. Земли покров срывает тяжелый пулемет. Взрывы уже не слышно, лишь биение сердца. Наши перцы рассекают чужие окрестности. Эвакуация в пути, солдаты действуют. Дело чести продержаться до рассвета. Вражеские силуэты двое по центру целься. Покажи, чему учили подрядим от бойца. Эти рассудибы, это похоже на день суны. Медик, инженер, штурмовик, снайпер на борту суна. Не стесняйся ползать, иначе будешь перекрестись. Слейся с окружающей средой. Я чувствую это место. Прикрой тыл напарника, один в поле не вонь. Войне ты часть механизма, не горчи героя. За горами вертушка в точке эвакуации. Добраться живыми. Приказ по рации. Лес полный врагов, половина пуль мимо цели. Солдат с низким званием становится лишь делом. От света в конце туннеля вылечи дефибриллятор. Возьми патроны, они здесь как бриллианты. Услышав шум стали птицы, новобранцы. Позабыв о укрытиях, бегут спасаться. Два выстрела отправят из смерти нокаут. Словить пулю в спину легко, не став жаген.